У вас наверняка у всех есть старые наушники, которые сломались. Или картонные коробки от детских каких-нибудь игрушек. И вы все это выбрасываете? Ай-яй-яй. Всем привет! Махай рукой! Всем привет! А мы на даче. И так как там на улице то дождик, то солнышко, то дождик, то солнышко, солнце мы не погуляем в жаркое в обед, и в дождик мы не погуляем. Мы тут сели, пели песенки и решили скреативить. Да? Будем креативить. А знаешь, из чего мы с тобой будем креативить? У нас очень много старых наушников, которые уже не работают. А вы знаете, что внутри старых наушников, вот здесь, есть магнитики? И из этих магнитиков можно сделать красивые детские игрушки, Дарюшки. Мы уже сразу потрудились и отобрали картинки, с которыми мы будем работать. Это они у нас на картоночке, сейчас мы их вырежем. Потом нам нужен будет клей, скорее всего. Либо такой, я посмотрю, каким лучше будет клеиться. Так как мы не нашли маленькие палочки для наших удочек или сачков, то мы будем использовать вот такие красивые прищепки с котенками. Ну, конечно же, нам понадобятся на всякий случай ножницы. Ну и самое ключевое, что у нас нужно было, магнитики. Вот я их уже вынула. Вот такие вот малюсенькие магнитики. Я их в прищепочку все собрала, из наушников вынула. Вот такие маленькие магнитики в наушничках хранятся. Так, ну что? Сейчас вы посмотрите, какая игрушка у нас получилась. Интрига, интрига. Дашенька захотела вырезать вот таких вот бабочек. В общем, пока мама тут вырезала бабочек, Даша уже наклеила бабочек. Даша тут своя работа была, кипела. Итак, мы вырезали фигурки божьих коробок из картона и наших бабочек-фей. И у нас есть 6 магнитиков. Один из них мы сразу отложим. Он нам нужен будет для удочки. И вот эти маленькие 6 магнитиков нам сейчас нужно приклеить к каждой фигурке. Хватит. Так. Куда приклеим? И приклеиваем на фигурку. Оп. И держим. И мы будем привязывать ее на прищепку. Делать такую импровизированную удочку или такой импровизированный сачок. И на обратный кончик нашей удочки мы приклеим один оставшийся у нас самый последний магнитик. Сейчас все это высохнет, и наша игра, которая называется рыбалка, но предполагается, что тут должны быть рыбки, это должна быть удочка. Но мы не нашли рыбок на картонках, но мы нашли красивых фей и божьих коровок, поэтому у нас так получилась наша игра такая интересная. Я люблю. Ты можешь так? Лови. Мама, дай коробку. Ну-ка, ну-ка. Вот так! Молодцы! Я помаю. Даша всех поймала. Даша поймала всех.